сама рыба как объект, что у вас есть, а ее поимка. Кайф в том, что ты находишься на природе, в том, что ты понимаешь ее, чувствуешь. Кайф в этом, а не в поедании и убиении рыбы. Ну, а рыбалка как спорт – это, наверное, тоже поиск себя. Мне захотелось в какой-то момент попробовать себя в сравнении с другими. Но, наверное, для меня важнее все-таки рыбалка. Когда ты находишься наедине с природой и один, наедине с рекой, наедине с рыбами, часто там, лучшие и правильные решения рождаются именно в моменты рыбалок в одиночестве.